Добрий день всім. Слава Господу. Шабат шалом. Амінь. Я рад бути вместе з вами у вашій общині. В моєму серці є дуже велике уваження і почтення к месіянським християнам. І я навіть думаю, що моя жена теж десь корні там має. Я ще точно не уточнил, но когда я сюда привожу, все говорят, что она это имеет. И я с ней здесь познакомился, хотя с ней встретился в другой церкви здесь, в вашем городе. Я сам из Украины. 13 лет назад мои родители приехали в Америку, и мы остановились в городе Трай-Ситис, где-то 3,5 часа от вашего города и 3,5 часа от Сиэтла. Где-то 11-12 лет назад мой дядя, мой пастор, он открыл там церковь. И у нас очень малое славянское население в нашем городе, и поэтому цель и назначение, и видение церкви было приобретать англоговорящих или людей, которые живут по местности кругом нашей церкви. Проблема была в том, что 11 лет назад это было невероятно, и мы в то время, мы по-английски вообще не разговаривали, по-английски вообще не понимали, только по-украински, и старались приглашать англоговорящих людей в наше служение, и, конечно, это не получалось. Разносили, может, 15-20 тысяч приглашений в год из группы наших 15 или 10 молодежи, и никто не приходил, но пришло время, Господь начал двигаться, мы выучили английский, и начали приходить люди, начали каяться, приходить в церковь, исцеляться, освобождаться, и сейчас Господь делает очень хорошее дело там. Я очень благодарен Богу за моего пастора, и я верю в то, что вы делаете сегодня здесь, и в то, что вы делаете каждого вашего служения, что когда идет вклад в молодое поколение, рано или поздно эти семьи, они поднимутся из этих семей, придут большой результат. Аминь. Мне было 13 лет, когда мой пастор меня заставил проповедовать. Я не хотел проповедовать. Я хотел иметь велосипед и какую-то девчонку найти в 13 лет. А мой пастор меня заставил проповедовать 13 лет. И мне было только дано 10 минут. И после 10 минут он мне звонил и поправлял мою проповедь, которую я не хотел проповедовать. И это длилось, может, где-то 4 года. Каждое воскресенье. И мне 13 лет, ты же не можешь сказать своему дяде «нет», потому что он большой, а ты маленький. И я подчинялся. И потом пришло время, Господь начал касаться моего сердца от моих проповедей. Когда я готовился и начал просто изучать Писание, Господь начал прикасаться к моему сердцу. Я очень рад тому, что пастор толкнул меня. Потому что в 13 лет, если люди могут толкнуть ребенка на наркотики, то почему не толкнуть его в Божье Слово? А потом он поймет. Некоторые говорят, то не хотим, знаете, чтобы пусть они сами выбирают. Да, мир так не думает, Голливуд так не думает про наших детей. Они не думают, что пусть они сами потом выбирают. Ну, они толкают их, пусть они выбирают то, что мы им дадим. И мой пастор, он был таким, мой дядя, и он толкнул меня на это. И сегодня я очень рад, потому что он это сделал. И я сегодня вместе с вами и служу Божьим Словом для славы Божьей. Аминь. Поэтому верьте в молодежь, верьте в ваших детей, не сдавайте, даже тогда, когда они делают ошибки. Я помню один раз, это очень, очень плохой пример, было то, мне было где-то 14 лет, и в воскресенье надо было проповедовать, а в субботу я украл велосипед. Да, я в магазине в одном, это первый раз в моей жизни, потому что мои друзья крали, и мне рассказали, что это легко, ты просто зашел без велосипеда и уехал с велосипедом, и все. А я по-английски не шпрехал, и поэтому никто мне ничего не сделает. И это было очень плохо, но это было. Это первый и последний раз в моей жизни, когда я украл. Почему был последний раз? Потому что меня поймали. И надо было человеку, чтобы меня переводил, что почему я взял велосипед. И к самому большому стыду этот человек был в воскресенье в служении, когда я проповедовал. Я от стыда умер. Я после этого клялся перед Богом и перед всеми людьми. Я или не буду проповедовать, или не буду красть. Я решил просто больше не красть, и все. Это будет легче. Но знаете, но люди верили. Мой пастор это знал. Я ему позвонил, говорю, меня поймали. Я велосипед стырил. Он говорит, что я знаю, уже мне сказали. Говорит, вот ты будешь завтра проповедовать, будешь каяться перед людьми. Я говорю, пастор, пожалуйста, я не хочу, все сделаю. Буду всю жизнь Богу служить. Только, пожалуйста, не дайте мне проповедовать и служить. Он говорит, ты будешь в следующий раз, просто не будешь красть, и все. И я научился так. И Господь помог. И сегодня я рад, не кражу больше. Никогда и Богу служу, во славу Господа. 1352 дня назад я поженился на моей красивой жене Светлане.
Я очень рад за ее в моей жизни. Она очень большое благословение приносит в мою жизнь. И я думаю, тоже я большим благословением служу для нее. И сегодня я рад быть с ней, тоже с моей сестрой Лили. И с женой, с сестрой жены Лили тоже, две Лили. И они двое тоже не женаты. Ну, поймете сами. Сегодня у нас хороший праздник. Мне одно, что мне много нравится о вашем служении, радость, просто песни такие ободряющие, они не депрессные песни, не такие понижающие, а такие всегда бодрые. Я ни разу еще не был здесь, где на субботу, где у вас были такие, такие низкие песни. У вас такие всегда бодрые песни. Но что мне сильно понравилось, когда пастор объявил, что кто здесь имеет болезнь или нужду, почти никто не сказал о своей нужде. Не потому, что нет нужд, а потому, что все заботятся о других. Это мне очень сильно понравилось. Но я верю, что Господь сегодня и позаботится о вас. И Господь сегодня и коснется вас тоже. Но мне так это понравилось, что каждый человек, он всегда за кого-то, за маму, за папу, как будто там моя нужда, это не так важно. А вот за кого-то надо помолиться. Это очень-очень хорошо, и Господу это очень нравится. Аминь. Сегодня хороший у нас праздник тоже, сегодня праздник Пятидесятницы, и для нас, которые следуют за Иисусом, это тоже праздник, когда мы вспоминаем, когда Дух Святой сошел на церковь. И я сразу попрошу, извините меня, если я не буду использовать всех слов еврейских. Во-первых, я их много не знаю, во-вторых, что боюсь повторять, если неправильно скажу. И поэтому в следующий раз, я думаю, я чуть подучу эти все правильные слова. Я стараюсь тоже читать иногда чуть-чуть хибру с английским. Не так получается легко. Мне кажется, мне надо просто больше сюда приезжать. И я выучу его сам. Так, здесь. Когда вы родились первый раз, вам был дан подарок. Этот подарок был от дьявола. Этот подарок был плоть. Дьявол во время вашего первого рождения на земле дал вам один подарок, и вы от него отказаться не могли. И этот подарок был дан им бедным, богатым, святым и не святым, людям, которых родители верят в Бога или не верят в Бога. Этот подарок вы получили. Это ваша плоть. Это то, что внутри вас не хочет делать добра, то, что внутри вас хочет делать зло, то, что посылает плохие мысли, и то, что просто всегда хочет бунтовать против Бога, против любви к людям и всяких этих хороших дел. Но когда мы приняли Господа в наше сердце, и когда мы покаялись от наших грехов, когда мы открыли наше сердце Господу, Он тоже дал нам подарок. Он дал нам спасение, Он дал нам прощение наших грехов, Он записал наше имя в книге жизни, Он омыл наши грехи, Он это дал нам новое сердце, дал нам просто все новое, новое имя, но Он тоже нам дал еще один подарок, Он нам дал подарок Святого Духа, где Он дал нам Духа Святого, который начинает жить в нашем сердце. И вот представьте себе, родился ты первый раз, у тебя есть плоть. Ты рождаешься свыше от Духа, у тебя теперь есть Дух Святой. И теперь у тебя появляется конфликт. Потому что когда ты только родился один раз, то у тебя просто есть плоть. Нету против плоти никакого сопротивления. Но теперь есть Дух Святой, который живет внутри тебя, и твоя совесть, она воскресла, и у теперь появляется конфликт. Очень часто люди приходят к Богу, и они хотят, что я приду к Господу, и у меня не будет никакого конфликта. Господь уберет конфликт. Но я вам хочу сказать плохую новость сегодня, что когда ты придешь к Господу, Он тебе даст конфликт. Почему? Потому что теперь внутри у тебя будет война. Теперь плоть не только будет одна, которая будет управлять твоей жизнью, теперь будет твоя совесть, которая воскреснет, через которую Дух Святой будет двигаться в твоей жизни. Но этот конфликт, он может быть порабощен только тогда, когда Дух Святой, который живет в нас, мы с Ним имеем взаимоотношения. Можно иметь Дух Святой, но с Ним ничего общего не иметь. Апостол Павел пишет, говорит, что «ходите в Духе, и не будете исполнять похоти плоти». Он не говорит, стань христианином или стань человеком, который верит в Иисуса, и потом ты не будешь исполнять желания или похоти плоти. Он говорит, что присутствие Святого Духа через твое покаяние недостаточно, чтобы победить похоть плоти. Надо быть погруженным в этот Дух. Надо позволить Духу Святому, чтобы Он был в твоем мире, и чтобы ты был в твоем мире, в Его мире, и только тогда похоть плоти будет порабощена. Аминь.
Знаете, Дух Святой – это личность. Очень часто я вырос в строго пятидесятнической общине, и для меня Дух Святой был только представлен в одной сфере – это чувство. Это было, когда ты говорил на языках, когда что-то сверхъестественное происходило, это говорили, это Дух Святой, это непонятное, это никто не знает, это как ветер, ты просто не знаешь, куда, что, неосязуемо. Но в Библии мы видим другое, что Дух Святой – это не ветер, а это личность. Он проявляет себя в виде ветра, он может проявить себя, как и голубь в Библии написано, но он есть личность. Это не сила, а личность. И он живет в нас. Я живу в одном доме, называется по-английски дуплекс, и в этом доме у нас есть подвал. И в подвале есть две комнаты, и там есть свой туалет, и все. И живут там две квартирантки в подвале. Они под контрактом, они платят рент каждый месяц. Я их иногда вижу, они живут там, и я являюсь ихним как лендлорд. Но со мной в этом доме тоже живет мой лучший друг, моя жена. И вот есть разница в взаимоотношениях с моим лучшим другом и с моим квартирантом. Я хочу спросить у тебя сегодня, Дух Святой – это квартирант или лучший друг? Человек не грешит, потому что у него есть плоть. Он грешит, потому что он отдается плоти. И человек не живет святой жизнью, потому что в него есть Дух Святой, и он спасенный. Он живет святой жизнью, потому что он отдается Святому Духу. Когда Дух Святой перестает быть квартирантом, а он встает быть другом, с которым я общаюсь, которого голос я слышу, и которого волю я ищу исполнять, и которого присутствие я ищу в моей жизни, что-то получается. Братья и сестры, только тогда святость в жизни, только тогда сила в жизни, она встает возможной. Аминь. Не присутствие Его в нашем сердце, а наше открытие для Него. Потому что Он, для многих людей Дух Святой, это доктрина. Вот мы верим в спасение через благодать, вот мы верим в вечную жизнь, вот мы верим в то и в это. И вот еще мы верим, что есть Святой Дух. Как мне кажется, один проповедник, Чарльз Спёрджин, посещал одну женщину в своей церкви. Она была вдова, и она уже была при смерти. Она уже была старая бабушка. И у нее на стене была картинка такая. И на этой картинке там были некоторые слова написаны. И он просто подошел к картинке, она лежала. И он смотрит, что на этой картинке там было завещание. И он спрашивает, что такое завещание? Что это за портрет такой, который у тебя есть на стене? Она говорит, когда я была молодой, я ухаживала за одним богатым человеком. И перед тем, как он умер, он написал мне эту бумагу, и она такая драгоценная для меня. И я всегда эту бумагу с собой хранила, потому что эта бумага мне напоминала о том, что я кому-то помогла, и что он так сильно был благодарен мне. Эта бумага мне напоминает о том человеке, что он такой хороший, и он так меня сильно уважал. И этот проповедник, он прочитал эту бумагу, и он прочитал, что на этой бумаге написано, что все богатство этого человека, за которым она ухаживала, было отдано ей в этой бумаге. И она умирает в нищете, жила всю свою жизнь в нищете. И поставивши это завещание в рамку на стене. Очень часто, как христиане, мы так же. Господь Иисус послал Святого Духа на землю не для того, чтобы Он был просто в рамке наших доктрин, но чтобы он был водителем, и чтобы его сила, она наполняла каждый день нашей жизни. Чтобы то, что происходило в жизни Иисуса, чтобы то, что происходило в жизни его учеников, чтобы это проявлялось и в жизни нашей. Божья сила, Божья благодать и Божье благоволение в нашей жизни. И сегодня надо забрать Святого Духа от рамки на стене и сказать, Дух Святой, я хочу знать Тебя, я хочу общаться с Тобой, и я хочу, чтобы Ты вел мою жизнь. Когда я был маленьким мальчиком, я ходил в церковь там на Украине, мои родители ходили в Пятидесятническую церковь, и мне нравился один стих, я его выучил очень быстро, но по неправильным причинам. Этот стих был
в конце 2 Коринфянам, последний стих последней главы. «И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение с Святым Духом да пребудет всема вами. Аминь». Знаете, почему я любил этот стих так сильно? И почему его выучил? Потому что его всегда говорили в конце служения. И когда только сказали «благодать Господа», мое сердце возрадовалось. Не из-за благодати Господа нашего Иисуса Христа и любови Бога Отца и общения с Святым Духом, а потому что я знал, служение приходит к концу. Я этот стих настолько вызубрил. И я помню, когда пришло время моей жизни, когда я начал просто изучать через Писание, кто такой Святой Дух, кто он такой, как он мыслит, что он делает. И я пришел к этому стиху, и у меня просто так обличение большое пришло. Ну, Господь мой, всю жизнь я этот стих повторял и не знал, что в этом стиху есть сокровище. Божья благодать изменила всю мою жизнь. Божья любовь изменила всю мою жизнь, но общение с Святым Духом, то я не знаю, что такое. Я знаю, что такое говорение на языках, я знаю, что такое, когда люди исцеляются, видел, слышал, но общение, я с Святым Духом могу общаться? Дух Святой может со мной общаться? Я это не знаю. Это, наверное, для харизмата. Так непонятно, Дух Святой, ты с Ним не общаешься, ты просто говоришь с Отцом, есть Иисус, Он сидит на небе, Он все благословил тебя, а Дух Святой, как ты такая личность, ну ты просто остави все, вот там, пусть на рамке будет доктрина, а не личность. И я начал сильно каяться перед Господом, потому что я этот стих выучил и так его любил, не по правильным причинам. И сегодня этот стих, он так дорогой для меня, потому что благодать Иисуса изменила меня. Любовь Отца изменила тебя. Но вся твоя жизнь, она может все еще сильнее измениться, если ты отыскаешь для себя общение со Святым Духом. В нашей церкви мы берем иногда три посещения в Африку, в одну страну, которая называется Нигерия. И в этой церкви там есть один пастор в Нигерии, его назовут Тиби Джошуа. И я лично с ним знаком. Мои два казана, они там уже, один жил уже 2,5 года, а другой получил сильное освобождение от наркотиков, он завис наркотиков 6 лет. И за последний год, на 6-й год, он попал на самый сильный наркотик, это был кокаин. И он где-то 6 месяцев погруз в этот наркотик, кокаин. И во время этого принятия этого наркотика, ему только было где-то 20 лет, он начал терять память. И он начал правильно размышлять. Тобто он идет в двери, и он не понимает, что надо двери открыть, а он просто головой врезается в двери, и потом только в него проникает мозга, что надо открыть двери. Он не мог заснуть ночью. Он 7 дней мог не спать. И он начал потом пророчествовать под влиянием наркотика кокаин. Он начал ходить по Валмарту, он начал ходить по церквям, а некоторые знали его раньше, что он сын пастора, и ему даже давали микрофон. И он вставал, и он начал пророчествовать под влиянием наркотиков. И, короче, он просто пошел, уже стал ненормальным. Было время, что в доме пастора нам пришлось его связать физически и отдать в полицию на 3 месяца, потому что он был неуправляемый. И все, он просто сошел с ума из-за наркотиков. И в этой церкви в Нигерии, где мой казан, один уже там жил 2 года, мы просто решили моего казана другого просто как-то примануть и сказать, что мы тебе купим тикет, чтобы ты вот по всей земле поездил и посетил твоего брата. А мы ему не сказали, что мы здесь молимся и постимся, что ты вот туда брата посмотришь, что тебя Господь там освободил от бесов, которые тебя связали. И не сказали ему, что мы ему тикет купили, билет только на одну сторону, а назад билета не купили. Это ему, конечно, не сказали, не надо было ему это ему говорить. И это он седает, взял свой билет, мы послали еще с ним одного человека, чтобы он не потерялся в аэропорте. И этот человек не смог увидеть, как в Миннеаполисе мой казан Давид убежал с аэропорта, нашел наркотики за час, принял эти наркотики, его назад надо было тащить в самолет. И как раз он приземлился в Нигерии, он сам белый, там все черные. Он ночью убежал тоже, искал наркотики, но потому что он был белый, ему ничего не дали, боялись. И в воскресенье во время служения этот пророк Тиби Джошуа, который общается с Святым Духом и знает Духа Святого лично. Он перед служением звонит моему пастору и говорит, что смотри сегодня служение в прямой трансляции, потому что твой сын, которого ты сюда прислал, он одержимый.
Мы говорим, о, конечно, он не только одержимый, там еще много больше, чем одержимость у него. Он говорит, что не только он одержимый, но Господь его сегодня освободит от этих бесов, которые взяли его жизнь. И во время служения один из служителей этой церкви, не главный пастор, а один из служителей молились за людей, и когда только начал прикоснуться к моему казну Давиду, который такой высокий, очень высокий, и просто с него начали просто выходить всякие грязные слова, он начал кричать, его начали просто сильные мужики держать, он всех начал раскидывать в церкви, и начали просто очень грязные слова, когда бес начал говорить, что он вошел в его жизнь через наркотики. И что последних 5 лет этот злой дух, его жизнь просто контролировал и хочет его просто вести к смерти. И потом, когда уже сильная борьба была, и этот злой дух был изгнан силой Святого Духа, мой двоюродный брат Давид просто упал на пол, его подняли, и он просто открыл глаза, как будто первый раз в своей жизни. Он говорит, где я и что со мной происходит? Возвратилась его память сразу. Возвратилось все в его жизни, и уже был 1.5 года, и он сейчас назад в нашем доме, там приехал на пару недель, и за 1.5 года этой, который он там был, Господь просто моментально и все просто восстановил, до последней вещи, которые наркотики забрали. Дух Святой – это реальность. Бесы – это реальность. Но Дух Святой, он сильнее, потому что он Бог. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение со Святым Духом. Дух Святой хочет общаться с тобою, но ты должен сегодня тоже проявить желание общаться и познавать Святого Духа. Буквально месяц назад, когда я был в той церкви, еще одну историю скажу про эту церковь, где-то нас было в группе 40 человек, мы с Америки приехали. Сейчас в эту среду мой двоюродный брат, он ведет другую группу 40 человек. И мы приехали с группой 40 человек туда, с Америки, где-то, может, 7 дней. Это люди со всей Америки, которые с нами связываются, и мы туда их берем, чтобы они просто на экскурсию приехали и просто увидели Божью силу и Божью славу там, в той церкви. Там служение длится по 17 часов, воскресенье. Каждое воскресенье служение минимум с 15 до 17 часов. Без остановки. Только остановка для нас, американцев, потому что нам надо и ланч, и динер взять. А эти люди ни остановки никакой, они просто Бога ищут. И во время одной из этих служений в Нигерии есть очень большая террористская группа, которую вы уже, наверное, слышали по новостям, которая только что похитила 200 или там 300 девчонок. И эта группа за последних 10 лет, она ответственна за 10 000 жертв, которые произошли в Нигерии, и жертв христиан в большинстве. И эта группа решила сделать попытку на служение этого пастыря, в котором мы тогда были. Они послали 5 человек из бомбы в церковь. Эта группа, это называется группа, вы не слышали, она называется Boko Haram. Это террористическая группа, и они просто одержимы люди, которые тоже просто помешаны, хотят просто уничтожать людей и убивать людей, и особенно христиан. И 5 человек пришло на служение, у них была своя бомба, там была эта штучка, которую ты ставишь в сет, и потом можешь уйти, и через час оно взорвется. Они пришли, и они видели, что служение длится очень долго, они хотели ждать, когда служение закончится, чтобы все ушли, и вот там в пробке поставить это. И решили пойти просто через дорогу к церкви и взять покушать чуть-чуть. Вот думают, там служение еще будет целый день длиться, нам надо покушать, а потом закончится служение, они будут выходить, мы поставим туда, уйдем, и пусть взорвется, как это взрывается каждую неделю в каждой части Нигерии. И когда они сидели там, в этом ресторане, а этот человек, который этот ресторан имел, он был верующий, и он ходил в эту церковь, поэтому он поставил прямую трансляцию из служения во всех экранах своего ресторана. И тут они сидят, кушают и видят это служение, с которого они только что убежали. И пастор этой церкви как раз в это время молится за людей, которые смотрят по прямому эфиру. Это террористы. Они кушают, и он за их молится. И приходит сила Божья, это уже он объяснил потом, и начинает расти 5 из их, а у них бомба. И 4 посмотрели друг на друга, говорили, та сила, которая там, наверное, больше та сила, которая в нас. Убираемся, братья, а то еще хуже сейчас будет здесь. И 4 взяли бомбу и просто убежали, а один решил такой был бодрый противостоять этой силе. И начал стоять против экрана, и давай.
Я смогу противостоять, потому что у него всякие там эти колдуны, ему там дали всякие чармс, и стоит, противостоит. Ну и, короче, что получилось? И дальше, что Божья сила прикоснулась его настолько сильно, что он упал на пол, и его потом затащили в церковь. И 30 минут было изгнание этих злых духов. И после этого он встал. Два буквально шага от меня он стоял, когда он получил освобождение. Он встал. И я вам просто не могу передать то, что я видел. Я видел просто пред моими глазами преображение человека. Где его лицо, когда эти бесы мучили его, и потом, когда он получил свое, оно просто изменилось прямо пред глазами. И слезы начали течь по его глазах, и он говорит, что я хочу отдать свою жизнь. А он был мусульманин. Я хочу отдать свою жизнь Иисусу. Он встал на колени и говорит, простите, пожалуйста, я не знаю, что я делал, что с моей жизнью было. И говорит, я хочу, чтобы меня Господь просто простил за все то, что было сделано в моей жизни. А в этот день должно было умереть 200 человек. Из-за его планов. Но из-за того, что Дух Святой был в контроле. Не только никто не умер, а он получил освобождение. Террорист. Братья и сестры, Дух Святой, Он живой. Давайте скажем «Аллилуйя». Я хочу ободрить вас сегодня, что есть общение с Духом Святым. Если у вас есть сейчас Библия, давайте мы откроем быстренько Деяния святых апостолов. Я просто открою этот стих, из которого сегодня мы празднуем события, 2 глава и 1 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум из неба, как будто от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на одному из каждому из них. И исполнившись все Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И давайте мы откроем Бытие и глава 41 и стих 37. Это про история про Иосифа. «Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землею египетской». Я хочу сегодня просто пару мыслей поделиться с вами. Как можно иметь это общение со Святым Духом? Я эту возьму историю из жизни Иосифа. Я хочу это сравнить, как Иосиф, как подобие Святого Духа в жизни христианина. Я знаю, что, наверное, вы уже слышали проповеди, как Иосиф сравняется с Иисусом. Есть много хороших просто сравнений. Но я хочу сегодня взять чуть по-другому и просто привести пару таких наглядных и практических вещей, которые мы можем делать, чтобы скрепить наши взаимоотношения с Духом Святым. Я хочу, чтобы первое, что вы заметили, что Иосиф появляется в доме Иакова, и у него есть большой потенциал, чтобы руководить, и даже у него есть эта мечта, у него есть эти сны, и у него есть это предназначение, чтобы царствовать. Но он не начинает царствовать в доме Иакова. Он начинает обличать детей Иакова. Ну, конечно, это им не понравилось. Он не управляет домом Иакова, как он управлял домом Потифара. Он не управляет домом Иакова, как он управлял Египтом. Он был призван, он был поставлен Богом в доме Иакова, чтобы поднять дом Иакова на высоту. Эти таланты, это помазание, эти дары, которые Бог сам вложил в него, они были там, и он об этом обглавил сразу и сказал, что я не просто ваш брат, я особенный человек.
Но он не начинал царствовать перед тем, как он просто начал их обличать. Он был доносчик. И мы таких людей не сильно любим. И он не доносил хорошие вещи всегда своему отцу. Он доносил такие вещи, которые были и нехорошие. И это заставляло братьев Иосифа или исправить свою жизнь, или убрать Иосифа. Ну, конечно, это всегда легче заглушить Иосифа, нежели заглушить свою худую жизнь. И братья Иосифа так и сделали. Они взяли и сказали ему: ты должен просто закрыть свои уста. Перестань обличать, перестань нам напоминать. Мы знаем нашу жизнь. Молчи, и все. Но он не молчал. Он продолжал говорить. Он продолжал им напоминать. Я говорю: братья, это нехорошо, что вы делаете. Это неправильно, как вы поступаете с вашим отцом. Это неправильно, как вы поступаете с вашими женами. То и все. И он начал просто их обличать. И они увидели, что он не остановится. И они решили от него позбавиться. И смогли. Его продали. И у них просто остался история Иосифа, одежды Иосифа, имя Иосифа, кровать Иосифа, но не Иосифа. Первый этап общения с Святым Духом – это быть послушным твоей совести и его обличению. Особенно, когда он обличает тебя, а тебе это не нравится. Ты можешь выбрать путь, как выбрали братья Иосифа. Знаешь, как на компьютере музыка громко играет? Там есть такая button. Ты нажал, она играет, а ты не слушаешь. И очень часто люди это делают в своем взаимоотношении с Духом Святым. Они заглушают это. И он оставляется в их жизни как доктрина, как Бог, Дух Святой. Но его помазание и его присутствие и его водительство, оно как будто утекает. Оно как будто уходит. И смотришь, и его просто нету. Есть его кровать, есть его одежда, есть его имя. Он просто на картине, где мы все как семья, но его присутствие в жизни, оно просто как будто нету. Братья и сестры, я хочу вас сегодня ободрить и тоже насторожить вас и себя. Когда голос Святого Духа, он не почитается, его присутствие, оно не останется в жизни человека. Его помазание, оно не будет там. Я люблю изучать мужей Божьих, через которых Дух Святой сильно движется. И мне всегда нравится смотреть, как и когда первый раз Господь начал говорить в их жизни. И один из этих мужей, я уже вспомянул чуть-чуть, Тиби Джошуа. Я специально смотрел и хотел узнать, когда первый раз Господь ему начал говорить. И однажды он это открыл в своей проповеди. И он сказал, что когда он был маленьким мальчиком, и он ходил в high school, пришел человек из автоматом в школу, и он был сумасшедшим. У него не все было в порядке в мозгах. И он просто начал стрелять по школе, и все начали разбегаться. И в это время Тиби Джошуа, он уже просто пребывал много в молитве, в Божьем Слове, и почувствовал такой просто маленький голосок внутри, который говорит: не убегай, иди прямо к нему и скажи ему: отдай свой автомат во имя Иисуса. Маленький ребенок, он не был пастором. Он почувствовал этот голос внутри. Представьте себе, это не просто, что пойди помолись за кого-то, который слепой. Если он не получил исцеление, ну не получил исцеление. А если Господь здесь не вступится, ты ж умрешь. Он говорит: Господь, не пойду. И он просто почувствовал это в своем сердце. Иди. И он взял этот шаг. Дрожа весь, маленький ребенок, но он знал этот уже голос, и он начал слушаться этого голоса. Он идет к этому сумасшедшему ребенку с автоматом, и он говорит, что во имя Иисуса отдай мне твой автомат. Тот говорит: хорошо, и отдал. И все сразу в школе, уже он не был ни Тиби Джошуа, а уже был маленький пастор. Уже все студенты: помолись за меня. Помолись за мою домашку, помолись за мою маму, помолись за мою папу.
А сегодня уже Господь говорит ему о много больших вещах. Но это не началось так. Очень часто мы хотим, чтобы Господь начал нам говорить о проблемах других людей. Начал говорить нам, о какие большие планы Он имеет для нашей жизни. Чтобы Он нам открыл, может, какие-то большие секреты, как Он Даниилу это сделал, как Он это Иосифу это сделал. Но, братья и сестры, это очень часто начинается от очень маленьких элементарных вещей в нашей жизни. Это начинается очень часто, когда Господь начинает тревожить твою совесть. И просто как будто это маленькое, как будто это «Господь, я хочу слышать Твой голос! Господь, я хочу слышать Твой голос!» Но когда Он говорит, да не такой голос, Господь. Что-то такое более духовное я хочу слышать. Более такое сверхъестественное. Такое, что если я скажу, что я услышал, все скажут, «Ну ты святой». А то, что ты мою совесть тревожишь, чтобы извиниться пред моим мужем или моими детьми, или моими родителями, то, что ты мою совесть тревожишь о том, что я обманул на работе моего босса, и чтобы я прошел и попросил прощения, я могу потерять работу. Но, Господь, это, конечно же, не от тебя. Это просто моя совесть. Но это Дух Святой через твою совесть начинает говорить тебе. Если ты будешь слушать, ты увидишь Божью славу, не будешь слушать, останутся тряпки, кровать и имя Иосифа. Но его не будет, его силы не будет в твоей жизни. Так же было с Самуилом. Мы любим Самуила, мы читаем, я помню, я дни проводил, молился, Господь, я хочу слышать Тебя, как Самуил. Я постился, говорю, Господь, я хочу слышать, как Самуил. И потом, когда закончил молиться, прочитал историю Самуила. И когда я увидел, как первый раз Господь ему проговорил, я сказал, Господь, не хочу слышать, как слышал Самуил. Господь пришел к Самуилу и говорит, вот у тебя есть твой священник, которого ты так уважаешь и так любишь. Пойди к нему и скажи, я разрушу его дом. Я? Куда? Ему? Ну, нет, Господь, не пойду никуда. Я вот здесь, ты сам, ты знаешь его адрес, знаешь его номер телефона, ты знаешь, где он живет. Господь, хочешь? Иди сам. А мне такие задания не давай, пожалуйста. Я маленький ребенок, он меня завтра на улицу выставит за такие пророчества. И маленький Самуил начал слушать Бога. С трепетом. Но Бог его научил очень важному, что если ты будешь слушать его голос, ты будешь ходить в его силе. Аминь. Если ты не будешь слушать его голос, ты не будешь знать его силы. Мы любим, когда Бог говорит такие большие, классные, такие слова, что просто кто-то получает исцеление, или кто-то получает освобождение. И я это переживал в моей жизни, когда просто ты чувствуешь внутри за того человека помолиться, что у него просто что-то мучает, и начинаешь молиться, и бес проявляется, и прямо на виду, и бес уходит, человек встает, и сразу получает исцеление. Это так классно! Но это вообще другое, когда в твоем банковском аккаунте есть много денег, и ты стараешься жениться, и не можешь девчонку найти, и ты постишься, и во время поста просто приходит такой тихий голос, который говорит, у тебя очень много денег. Кто сказал? Деньги от Бога. Я сохраняю деньги. Причем здесь это все хорошо? Это для того, чтобы жениться. Отстань от меня, пожалуйста. И на второй день этот голос просто увещается, и ты просто начинаешь, тебя совесть мучает. Не из-за того, что ты крадешь, а потому, что у тебя много денег. И ты приходишь, ты понимаешь, что Господь хочет, чтобы ты много из этих денег отдал. Это было со мной. Я не мог жениться. Сохранил много денег, чтобы жениться. А девчонку не мог найти. И во время поста у нас было 17 дней поста. 21, я 21 не продержался, только 17 продержался. Боялся, что умру. И на 17-й день просто такое чувство, моя совесть начинает мне говорить о том, что у меня очень много денег. И потом не только совесть, а еще из Библии где-то там говорится, что где ваше сокровище, там ваше сердце, что-то такое похожее. То, что где много денег, там и сердце. Я здесь пощусь, а то Господь говорит в моем сердце, Влад,
твое сердце не там, где ты постишься, твое сердце там, где много денег лежит. Я говорю: Господь, то для чего этот пост? Если бы знал раньше, то вообще не постился бы. Он говорит: а если бы не постился бы, то не знал бы это. И положил на мое сердце взять просто большую сумму денег и их просто молиться последующие две недели. Кому их отдать, кому помочь? А я сам, моя такая персоналити, чтобы всегда сохранять деньги. Я вот копейку вижу, ее сохраню. Я жил с родителями, своей машиной очень редко ездил. Я видел у ее родителей машину, там бензина есть, я брал машину моих родителей. Я свою одежду очень мало покупал. Мои братья были такого самого сайза, как я, и я просто брал их одежду, а деньги сохранял. Я вот такой был чуть-чуть жадный. Но зато у меня была цель – жениться. Проблема, конечно, не мог девчонки найти, подходящей для меня. И тут в январе, 4 года назад, я отдал эти деньги. Я подумал, что я получу инфаркт после этого. Потому что я посмотрел на свой банковский аккаунт. Я думаю, что только что со мной произошло? Я просто потерял свои мозги. Ну все, наверное, просто перепостился, что-то перемыкнуло в мозгах, начал слышать голоса. И все, думаю, скажу другим людям, подумать вообще, с ума сошел Володя. Думаю, никому не буду говорить. И буквально через 8 месяцев я был женат. Но самое интересное то, что я не был женат, а то, что после свадьбы моя жена, у нее такой, знаете, очень дорогой вкус. И мужья знают, что такое означает дорогой вкус. И ну, она просто имеет дорогой вкус. И от колечка до свадьбы, до нашего ханимуна, я все по ее вкусу делал. И это было очень дорого. И я не знаю, как это случилось, но после свадьбы я ни одного доллара не пошел в кредит. И у меня 7 тысяч долларов откуда-то пришло после свадьбы. И я сейчас смотрю назад на свою жизнь. Когда Господь это положил на моем сердце, я думал, что Он хочет меня сделать бедным. Я не знал, что Он хотел отклеить мое сердце от денег, чтобы Он мне мог бы поручить то, что я хотел. Мое сердце было приклеено к деньгам. И не то, что я любил деньги, но просто мое сердце было там. И каждый раз, когда Господь будет что-то у тебя просить, или твоя совесть будет судить, и ты будешь говорить: о, Господь хочет это забрать, Он ничего от тебя, Ему ничего не надо от тебя. Послушай, дорогой, у Него улицы из золота. Это доллар, это, извини за выражение, дерьмо. Для Него это ж ничего. Ему что надо, это твое сердце, чтобы оно отклеилось от этого всего, чтобы Он мог бы тебе дать столько, и чтобы твое сердце, оно не испортилось. Поэтому очень часто Он будет забирать, и будет больно, и ты будешь чувствовать, Он хочет все забрать, Он ничего не хочет забрать, Он хочет отклеить твое сердце, чтобы Он мог поручить тебе столько, чтобы твое сердце потом не лопнуло от этого благословения, которое Он даст в твою жизнь. Скажите аминь. И это произошло в моей жизни. Первый этап Духа Святого познания – это быть послушным твоей совести. Это быть послушным, когда Он тебе говорит. И особенно, когда говорит. И сразу, я не говорю сразу, не все мы можем сразу. Иногда ты просто чувствуешь, что, например, было прошлый год, это с моей женой тоже. Мы почувствовали, мы сохранили деньги на дом, чтобы построить себе. У нас Господь нас благословил двумя дуплексами. Мы делаем чуть-чуть real estate из этого. Но мы хотели построить свой dream home. И начали сохранять деньги. Мы думаем, может, через 3-4 года мы построим. Надо на землю заплатить, земля не дешевая. И тут мы сохранили большую сумму уже. Но это не было так много. И мы почувствовали вдвоем. Это мы взяли месяц половины, чтобы просто помолиться, чтобы отдать эти деньги вместе. И я уже все, думаю, положил свой дом, думаю, все, никакого же дома не будет, мой дом на небесах. Я уже начал петь эти песни, мой дом на небесах, думаю, не надо мне какой-то дом здесь. И на этой неделе, я не знаю, как это случилось, я получил землю, за которую я хотел сохранять 4 года. Это получилось за 5 месяцев. Я сам с толком не знаю, как это произошло. Господь, когда положил это в мое сердце, отдать эти деньги, я думал, что Он хочет, чтобы мне просто иметь дом на небесах. А я не знал, Он хотел, чтобы мое сердце было свободно, и чтобы мне дать дом не через 4 года, а через 4 месяца. Братья и сестры, Дух Святой не хочет ничего у вас забрать. Он хочет ваше сердце. А чтобы взять ваше сердце, надо быть послушным Его голосу. Аминь. Но второй этап, это то, что Иосиф, мы видим, что Иосиф был уже
в Потифара. Давайте мы пропустим Потифара, пойдем к фараону. Фараон получает сон. Вы еще со мной? Еще можете чуть послушать? Фараон получает от Господа message, послание. Господь посылает послание фараону ночью в форме сна. Но интересно, что это послание было непонятно фараону. И тут у фараона Иосиф, где-то там в темнице, и Господь ему говорит, но фараон не понимает ничего. И там все эти его волшебники, все эти люди, там они как будто грамотные, они пришли к нему, начинают что-то там раскодировать, но они видят, что это Божий почерк. Никто не разбирается в Божьем почерке. А есть, говорят, один человек, который Бога так хорошо знает, что знает его почерк и может расшифрировать то, что Бог говорит. Представьте себе, Бог так говорит фараону, что фараон нуждается в Иосифе, чтобы знать, что Бог говорит. Господь, когда говорит к нам, Он говорит через Святое Писание. Но это Святое Писание, оно непонятно тебе и мне без помощи Святого Духа. Потому что это Писание, оно и было написано Духом Святым. Поэтому люди могут в школах учить это Писание, иметь образование по этому Писанию, учить даже еврейский, учить латинский, учить греческий и в Бога не верить. Кажется, ты все это знаешь, я половину этого не знаю. И как ты можешь в этого Бога не верить? Потому что поэтому и фараон знал это послание, но не мог в нем разобраться без Иосифа. До тех пор, пока он не привел Иосифа, он не мог разобраться в этом Писании. Вторая стадия познания Святого Духа или общения со Святым Духом – это упование на Святое Писание. Это настолько, столько важно. Иисус, когда Он погрузился в Иордане через Иоанна Христителя, и Дух Святой сошел на Него, Библия говорит, что Дух Святой повел Его в пустыню. И Он пошел в пустыню поститься. Интересно, тоже первый раз Его, мы видим, вспоминается, что Дух Святой Его ведет. Он не ведет Его исцелять больных, воскрешать мертвых, спасать людей, а Он Его ведет поститься. Много людей тоже говорят, Господь, веди меня, веди. А потом Господь говорит, постись. Господь, не веди, пожалуйста, не веди. Мы все хотим, чтобы Господь вел, но только у нас есть свои иллюзии, свои фантазии, как Он, чтобы Он вел. Но это не так всегда начинается из наших иллюзий. Это начинается иногда от нашего сердца. И Господь ведет нашего Иисуса в пустыню, и мы видим, что в пустыне как будто присутствие Святого Духа начинает отсутствовать. И Иисус остается, и там бесы, и там дьявол приходит, там всякие искушения, там и голод, там и нет что кушать, там и просто и жарко, там и людей, никого нету. И такой просто, такое очень нелегкое время. И в это время Иисус берет Святое Писание. И Святым Писанием Он начинает проходить этот этап своей жизни. И мы видим, только Он вышел из пустыни, Библия говорит, и Он возвратился в силе Духа. Где была сила Духа? За пустыней. А чтобы пройти пустыню, Ему не надо было бы пережить то, что Он пережил на реке в Иордане, где просто такое помазание было. А Ему надо было уповать на Святое Писание, которое Святой Дух написал. Дух Святой тебя приведет к такому этапу в твоей жизни, где Его присутствие не будет ощутимо, а где Его присутствие только будет в Его Писании. И чем раньше ты откроешь это и скажешь, я Его не чувствую, туман в моей голове, тьма кругом меня, болезнь, проблемы, как будто весь ад обрушился против меня. Я знаю, Бог был со мной там, но где Он сейчас? И в это время ты просто не чувствуешь ничего, но ты открываешь свою Библию, и ты говоришь, что Господь Бог, пастырь мой. И я ни в чем не буду нуждаться. И ты просто берешь эти слова, как будто это правда, потому что это есть правда. И ты видишь, что это поприще. Вместо того, чтобы оно длилось 40 лет, оно стоит 40 дней. И когда ты проходишь 40 дней, приходит сила Святого Духа.
Сила Святого Духа не приходит только потому, что ты слушаешь свою совесть. Придет твое время в жизни, где будет так трудно, и ты будешь знать, что был Бог там, но где Он сейчас? Где Бог сейчас? Это в этом слове. Чем раньше ты его откроешь и просто высосаешь оттуда Божий Дух, который есть в этом слове, ты быстрее пройдешь это поприще, и ты увидишь Божью славу в своей жизни. Маленькая девчонка, которой было 2 года, она фотографировалась на коне. И фотограф, который брал фотографии, вспышка от фотоаппарата, она испугала этого коня, и этот конь просто быстро взорвался. И эта девчонка бросила, и она упала прямо на землю. И было повреждение мозгов, повреждение ее разума. И из-за этого у нее начали появляться эпилепсии. Каждые 3 дня у нее были атаки эпилепсии. В 13 лет эти эпилепсии, они сильно укрепились, потому что у нее было, ну, она уже чуть была взрослой, и теперь эти эпилепсии приходили раз в день, и эти эпилепсии намного были сильнее, как раньше. С ее смеялись все в школе. Она уже не могла ходить в школу, и она решила покончить свою жизнь самоубийством, 2 раза перерезая свои вены. Она сказала, что в моей жизни конец, я не хочу больше жить, я не могу контролировать это. Где Бог во всем этом? И она просто жила так жизнью эпилепсии, ее спасли от самоубийства, и она просто жила в доме. Один раз она смотрела телевизор, и по телевизору была одна женщина, которая молилась за больных людей. И во время молитвы говорит, что Господь мне показывает девчонку, которая получила большой удар на свой разум от коня. Говорит, я не знаю детальности, но я, говорит, просто вижу эту фотографию в моих мозгах, говорит, и Господь сейчас исцеляет твою травму, которая пришла от этого эксцидента. И эта девчонка просто слушает, и как просто Божья сила на нее сошла. Она говорит, это я, я принимаю это во имя Иисуса. И она получила исцеление. 30 дней прошло, ни одной атаки эпилепсии. После 30 дней атака возвратилась. И эта эпилепсия, которая пришла после 30 дней, была настолько сильной, что она это еще раньше не пережила никогда. Она думала, что она умрет. Но что разница была, что во время этой атаки, когда она не могла контролировать своим телом, она начала в своих мозгах кричать «ранами Иисуса». Я исцелилась. Все кругом ее кричало, ты не исцелилась. Вот думала, что ты исцелилась, потому что это пришло назад. Это все неправда. Это исцеление, это все неправда. Это правда, то, что ты сейчас мучишься снова. Но она в своих мозгах первый раз в своей жизни начала сражаться и взяла меч духа. Просто когда не могла контролировать своими чувствами, говорила в своем разуме ранами Иисуса. Я исцелилась. Ранами Иисуса я исцелилась. Ранами Иисуса я исцелилась. Эпилепсия прошла. На сегодняшний день уже 7 лет, и ни разу эпилепсия больше не пришла. Будет время в твоей жизни, где твои взаимоотношения с Святым Духом станут крепкими. Не потому, что ты чувствуешь его, но потому, что ты его не чувствуешь. А ты погружаешься 2 ногами на Божье Слово. Ты будешь чувствовать плохо. Не говори плохо. Ты будешь чувствовать болезнь. Говори исцеление. Ты будешь чувствовать бедность. Говори, что Господь, Он пастырь мой. Ты будешь у гроба Лазаря, и слезы будут течь по твоим глазам, и будет внутри просто скорбь. Но открой свои уста и говори, что он не мертвый, он жив. И только тогда он выйдет из гроба. Научись в твоем общении со Святым Духом, когда ты пройдешь трудное время, не ссылаться на твои чувства. Первое, что я сказал, это быть послушным нашей совести. Второе, что придет трудное время, и оно будет очень кратким, и долгота этого времени будет зависеть, насколько сильно ты погрузишься на Божье Слово. Когда орел учит маленьких своих детей
орленков летать. Сначала они в гнезде, он их кормит, все хорошо. Но притом потом приходит время. Или мама, или папа, он берет этих орленков и из гнезда. И берет их на великую скалу. И как будто они сначала, вот мы сейчас получим хороший брейк, все будет классно. Но потом он их бросает, и они начинают падать. И сразу приходит такое откровение у них. Мама хочет нас убить. Не знаю за что. И они падают, а она ничего не делает. Они падают и падают. И прямо перед тем, как они приземлятся, эта большая птица летит быстро вниз и их подхватывает. И потом приходит второе откровение. Мама летит быстрее, как я падаю. И она будет это делать раз за разом, до тех пор, пока эти крылья, которые у них есть, они не откроют. У тебя есть эти крылья. Но ты не открываешь их, когда все хорошо. Тебе надо их открывать, тогда все плохо. Открывай эти крылья. Старый завет, новый завет. Вот твои два крылья. Это здесь, но это должно быть в твоем сердце, когда трудно. Ты когда покупаешь краску, чтобы красить твой дом, ты знаешь один большой секрет, я тебе его напомню, ты его знаешь. Что краска в банке не меняет цвет твоей стены. Это большое откровение. Краска, когда выходит из банки, только тогда цвет твоей стены изменяется. Брат и сестра, Библия, Слово Божье здесь, но когда это выходит отсюда и заходит сюда, и выходит от моих уст, тогда это изменяет цвет моей жизни. Тогда бесы будут один за одним уходить с моей жизни, как с жизни Иисуса. Когда Иисус был в пустыне, Он не чувствовал Духа Святого, но Он знал, что Он есть в Святом Писании, и Он говорил Святое Писание, и бес один за одним уходил от Его жизни. Это будет с тобой сегодня во имя Иисуса. Это Господь сделает с тобой сегодня тоже. Аминь. Я приведу эту проповедь в конце. О том, что Дух Святой, Он хочет, чтобы мы Его знали, чтобы слушались наши совести, чтобы мы укрепляли себя в Божьем Слове, когда трудно. И об этом так легко проповедовать, об этом не так легко жить. Но я хочу сказать, это возможно, и вы это знаете. И последнее, то, что Дух Святой, Он хочет... Светик, можешь дать мне какой-то напкин? Дух Святой, Он хочет быть правителем твоей жизни. Он хочет управлять твоей жизнью. Он хочет быть тем, который твою жизнь руководит. Спасибо большое. Не, простите, моя проблема в том, что когда я проповедую, каждая клетка моего тела проповедует. Когда я говорю, я спокойно говорю, половина моего тела отдыхает. Когда только проповедую, я не могу проповедовать, чтобы каждая клетка, даже все в ногах, все у меня просто... Просто не получается. Надо научиться как-то спокойно делать это все. Иосиф, что мне самое главное, и что я хочу просто подчеркнуть, и будем молиться, что Иосиф, он приходит как тот, который обличает своих братьев. Мы видим второе, что он просто открывает секреты для фараона. И мы от этого выучили сегодня, чтобы быть послушным нашей совести. И второе, чтобы наши взаимоотношения с Святым Духом, они укрепляются, когда мы Его не чувствуем, но когда мы полагаемся на Его Святое Писание. И третье, это то, что мы должны дать Ему руководство нашей жизни. Это как будто просто, и я знаю, вы это первый раз это не слышали уже. Но что интересно, мне нравится, что фараон дает Иосифу всю свою страну и говорит, это все теперь твое. И ты управляй всей этой страной. Now, Иосиф, вчерашний тюремщик, пожалуйста, не обожествляйте фараона. Это не был легкий шаг. Когда этот Иосиф буквально 15 минут назад, он сидел в тюрьме не за Евангелие. А кто знает, за что он там сидел? Да с толком никто с толком не знает. Одни говорят одно, одни говорят другое. Вот так фараон думал.
Мы уже знаем, почему он там сидел. Но фараон и Египет знал другую историю. И тут стоит фараон, которого Иосиф объясняет этот сон. И фараон говорит: это недостаточно. Я хочу, чтобы ты не просто пошел теперь на свободу, потому что ты помог мне понять Божий сон. А я хочу, чтобы ты управлял всем Египтом. И еще добавь до этого, всем моим домом. Представьте себе, сколько веры в Иосифа. А братья его, пау, а дома выгнали. А фараон поставил его над всей страной. И посмотрите, что происходит с Иосифом. Иосиф за 14 лет спасает не только всю страну, а спасает весь мир. И за эти 14 лет не просто спасает весь мир, а этого фараона, безбожника, поднимает вверх. Потому что за 14 лет весь Египет, вся земля и каждый человек, который жил в Египте, принадлежал и был собственностью фараона. Раньше фараон этого богатства не имел, а теперь все принадлежит ему. Кто это сделал? Иосиф. Фараон молодец, что он не побоялся отдать Иосифу все. Не бойся отдать Святому Духу контроль твоей жизни. Не бойся. Он спасет людей кругом тебя, а твою жизнь Он подымет. Он подымет твою жизнь. Я видел это в своей жизни, и я знаю, у вас тоже много свидетельств таких похожих есть. Когда Дух Святой, Он начинает спасать кругом, и потом впоследствии ты Ему даешь почтение, и ты видишь, Он начинает твою жизнь наполнять радостью, наполнять влиянием, наполнять миром, наполнять благословением и наполнять просто тем, который ты сам никогда не мог бы это иметь. Прошлого года у нас была одна женщина, которая приехала в нашу церковь. Раз в месяц у нас есть специальные молитвенные линии, где мы молимся за людей, и особенно тех, которые связаны, бесы их мучат или какие-то там разные проблемы. И одна женщина приехала с другого штата, ее зовут Барири Йорка, и она не могла иметь детей 10 лет. И за эти 10 лет она не только не могла иметь детей, но у нее ночные были большие кошмары ночью. И у нее просто атаковали бесы во ее снах. Они просто такие кошмары были, что она просто не могла потом целый день просто проводить свой день, потому что просто такие кошмары были. И во время молитвы вообще-то было интересно, потому что когда мы начали молиться, Дух Святой просто взял контроль этой ситуации, и нечистые духи, которые были в ней, они были изгнаны. Она сразу упала, там начала, вела себя ненормально, и потом просто, когда это все было изгнано, она встала, говорит: что со мной произошло? Мы говорили: мы записали, посмотришь потом, что произошло, это пара наших ребят побила. И она говорит: извиняюсь, я не знаю, что было, и так далее. Мы ей показали тейп, она сказала: слава Богу, я верю, что Господь меня освободил. Она едет домой назад, и эти кошмары перестаются, и прошлого месяца она родила ребенка. 10 лет не могла иметь детей. Это делает Дух Святой. Когда мы Ему даем контроль. Ему нет ничего возможного. И Он хочет сегодня это делать в твоей жизни. На прошлой неделе, буквально 6 дней назад, я был в одном городе Уапато, и была одна бабушка, и она играла со своими детьми на качелях, и она упала с качелей. Было тоже чуть так смешно даже, но это упало, это не был такой простой эксидент, и у нее была проблема with her knee, и ей сделали одну операцию, но она все равно не могла ходить, была большая боль в ее коленях. И во время молитвы мы молимся за больных, не просто за больных, которые за сценой, а просто здесь, и мы просто молились, чтобы люди положили руку свою на ту часть своего тела, где есть у них боль, потому что твое тело – это храм Святого Духа. И она положила, там она села аж сзади, была каким-то ашером, положила просто свою руку, много не думая, думаю, тут проповедник просит, сделай. Положила, после молитвы там было пару свидетельств, люди засвидетельствовали, что они получили исцеление. Она просто выходит и начала чувствовать просто тепло, и ее нога начала дребезжать просто. Она говорит: не понял, что происходит? Что он наделал? Руку положила, дрожит теперь нога. И потом просто через пару там секунд оно перестало. И она начала ступать на свою ногу, и первый раз там 5 лет она начала чувствовать, что вся боль, которую она имела перед этим служением, она просто ушла. Это может делать Дух Святой. Это может делать Дух Святой сегодня.
прямо там, где ты сидишь, прямо там, где ты находишься сегодня. Буквально 2 недели назад, во вторник, мы были на одном молодежном в Сиэтле, было молодежное служение, и одна девчонка не могла глотать. Было какие-то там thyroid problems, и у нее уже была операция, она поставили операцию, и она была прямо спереди. Мы молились за людей, и иногда мы тоже так делаем, что просим, чтобы люди положили свою руку на больную часть своего тела. И когда она положила, она прямо передо мной стояла, что я за нее сам лично так наблюдал. Думаю, что будет? И во время молитвы она начинает глотать. И было так интересно смотреть, потому что ну, мы все глотаем, но она так сильно... И по слезам, и она сказала, Господь, говорит, я могу глотать. Я говорю, ну мы все можем глотать, чего кричишь? Она говорит, вы не понимаете, я не могла глотать. Говорит, у меня была такая большая боль, когда глотала, говорит. И потом после служения ходит всем, говорит, смотри, могу глотать. Дух Святой, Он исцеляет нас через имя Иисуса, когда мы даем Ему контроль. Аминь. Он может поднять твою жизнь. У нас есть один мальчик, американец, который покаялся, Брайсон, его зовут. 13 лет он покаялся в нашей церкви. Когда только он покаялся на первом служении, Господь сильно его коснулся. И он уже так истинно служит в нашей церкви, ну, ведет прославление. И у него была одна мечта, чтобы закончить свое образование бакалавра, чтобы быть учителем, но у него не было денег. И, короче, он начал молиться и начал просто верить. Говорит, Господь, я просто... поручаю Тебе свою жизнь и отдаю сейчас эту часть моей жизни в Твои руки. Дух Святой, пожалуйста, коснись. Получается то, что он идет в этот колледж, где он будет брать это образование бакалавра, чтобы быть учителем, и встречается с президентом этого колледжа, и ну, он просит его, говорит, дайте мне, ну, пожалуйста, ну, хотя бы там $200-300 for scholarship. Говорит, у меня, ну, родители хорошо работают, хорошая работа, поэтому я знаю, вы не можете покрыть все мое образование, ну, хотя бы чуть-чуть дайте. И он говорит, да, мы дадим. И он говорит, иди к моей секретарше, там она тебе попишет бумаги, и все. Ну, он идет, думает, там может, ну, $200-300. Она приходит, секретарша ему говорит, ты такой счастливый человек, говорит, тебе так сильно повезло. Она говорит, ну, конечно, да, повезло сильно, $200-300. Она говорит, ну, ты не понимаешь, ты очень-очень-очень счастливый человек. Я говорю, да, говорит, я очень-очень-очень-очень счастливый, живу в Америке, конечно, очень счастливый. Она говорит, ты ж не знаешь, сколько он тебе дал. Он говорит, не знаю, сколько. Он говорит, он оплачивает все твое образование, все книжки. Это сумма 65 тысяч. Говорит, да, я очень счастливый. Братья и сестры, вот эта разница, когда ты отдаешь Духу Святому контроль своей жизни. Я знаю, наш сейчас прямой эфир заканчивается. И спасибо вам тем, которые были в прямом эфире с нами. Господь вас сейчас хочет коснуться тоже там, где вы есть. А сейчас на этом служении я хочу, чтобы мы поднялись. Если группа прославления может пройти. Там, где сейчас вы находитесь, склоните ваши головы сейчас и закройте ваши глаза. Я знаю, я смотря по людям во время этого служения, я видел, что много из вас Дух Святой касался во время служения. Не только потому, что у вас были слезы, но я знаю, что Господь касался, я это чувствую в своем сердце. Я хочу, чтобы сейчас во время этого пения, чтобы вы просто соединились с Богом. Если вы потеряли это общение, и если у вас нет этого общения вообще, может, Дух Святой для вас это просто как какой-то третий Бог, как будто Он как будто третий по счету, там Отец, Сын, и там где-то Дух Святой, но Он не личность, но вы с Ним не общаетесь, вы Ему жизнь не поручаете. Вы не надеетесь на Него, вы не уповаете на Его Писание, или вы не слушаете, не прислушиваетесь своей совести, или вы не отдаете Ему контроль в своей жизни. Я хочу, чтобы сегодня, в этот день, чтобы это поменялось. Он может принести чудеса в вашей жизни. Он может освободить вас, Он может исцелить вас. Он может выровнять все кривое в вашей жизни. Может, не сейчас, но Он это может, когда мы настроим наши взаимоотношения с Ним. Мы будем молиться сейчас за наше взаимоотношение с Святым Духом. Но перед этим, если есть на этом месте какой-то человек, который не знает Иисуса, не то, что ты не знаешь, что Он родился, но ты не знаешь Его лично, и ты не отдал свою жизнь Богу, и ты не ходишь с Господом, и ты не покаялся от своих грехов, и ты не рожден свыше, и ты знаешь, что если что-то произойдет с тобой, не дай Бог, но ты не попадешь на небо, потому что твоя жизнь, твоя вера, твое сердце, оно очень далеко от Бога. Может, тебя пригласили родители? Может, ты уже просто пару раз сюда приходил, но ты никогда свою жизнь Богу не отдал? Может, ты отдал раньше, но ты отошел от Господа? И ты сегодня
в этот день хочешь отдать свою жизнь Господу. Я хочу, чтобы никто сейчас на меня или на друг друга не смотрел. Просто подними свою руку, где ты стоишь, и я буду молиться за тебя. И Господь коснется твоей жизни, и Господь примет тебя сегодня. Если ты на этом месте, ты хочешь отдать свою жизнь Иисусу. Ты хочешь посвятить свою жизнь Иисусу. Вас наперед, там, где вы стоите, мы просто прямо так и сейчас помолимся. Давайте мы повторим эту просто простую молитву за мной. Давайте, вся община, повторите за мной. Скажите, дорогой Господь. Скажите чуть громче. Скажите, дорогой Господь, я прихожу к Тебе в смирении. Пожалуйста, прости мои грехи. Омой меня кровью. Очисти мое сердце. Прими меня Твою семью. Я обещаю служить Тебе все дни моей жизни. Запиши мое имя в книге жизни во имя Иисуса. Группа, если можете что-то спеть, и мы потом еще помолимся за пару нужд. Я хочу исполнить волю Твою, прошу. Если во время этой проповеди Господь касался твоего сердца, я хочу сейчас коснуться двое вещей. Если ты увидишь, что в твоей жизни ты игнорировал свою совесть, ты не жил по совести, это даже говорили тебе другие люди, ты просто не слушался даже этого тихого голоса Духа Божьего в твоем сердце. Или, может, ты сегодня проходишь очень трудное время твоей жизни, и ты просто бросаешь себя, ропчешь, не знаешь почему и как, но ты не ложишь себя на Божье Слово, ты не открываешь свои крылья, как наш Иешуа это делал. Я хочу, чтобы сейчас ты просто выйди, можешь выйти из своего места. Мы будем за тебя молиться. Мы помолимся, чтобы Господь сегодня Духом Святым укрепил тебя, чтобы Он тебе помог. Если сегодня ты нуждаешься в этой молитве, во время проповеди, когда просто Господь касался твоего сердца, ты говоришь, что я хочу сегодня, чтобы за меня помолились. Я хочу сегодня посвятить свою жизнь, чтобы слушать голоса Божьего. Я хочу посвятить свою жизнь, чтобы надеяться на Божье Слово. Ты можешь выйти, когда группа будет петь. Если Господь касается твое сердце, тебе нужна эта молитва, ты можешь выйти. Мы за тебя будем рады молиться сегодня, чтобы Господь коснулся тебя. Петь. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Можете проходить чуть ближе, будем молиться. Очисти меня кровью своей, дай мне сойти с твоих путей. Очисти нас, очисти нас.
Тебе, Господь. Открывай сейчас свои уста, там, где ты находишься. Скажи, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Скажи, Господь, я нуждаюсь в Тебе сейчас, Господь. Я хочу слышать голос Твой, Господь. Я хочу быть послушным Тебе, Господь. Я хочу знать общение с Святым Духом, как я знаю благодать Господа. Как я знаю любовь Отца, Господь, коснись моего сердца сейчас Духом Святым. Коснись моего разума, коснись сейчас моего сердца, Господь, Духом Святым. Давай открывай свое сердце перед Господом, Он стучит, Он очень близко. Его помазание есть на этом месте сейчас. Он хочет утешить тебя. Он хочет коснуться тебя сейчас. Он хочет сейчас навести порядок в твоем разуме и в твоем сердце на этом месте. Он хочет простить. Некоторые из вас, вы сегодня обескуражены. Он хочет поднять вас сегодня во имя Иисуса. Аллилуйя! Господь, мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя. Сейчас молиться. Я знаю, что Господь касается многих из этих людей, которые здесь на этом месте есть. Мы будем молиться за исцеление просто сейчас, через пару минут. Но перед этим я хочу сейчас, чтобы вы просто, где вы находитесь сейчас, даже если вы не вышли наперед, чтобы вы просто сейчас соединились с Господом, чтобы вы сейчас открылись с Господом, чтобы вы сейчас просто поладили, где может потеряно взаимоотношение с Господом, чтобы это сердечное взаимоотношение. И Иисус сказал, что из вашего сердца потекут реки живой воды. Если этот колодец сейчас забитый грязью, если этот колодец забит сомнением, если этот колодец забит суетами житейскими, сейчас это хорошее время. На этом шаббате. И вы сюда не пришли просто, чтобы просто послушать проповедь, но чтобы этот колодец, он открылся. Чтобы река Божья, река мира, река Божьей благодати сегодня потекла из вашего сердца. Чтобы вы ушли из этого места свободными. Чтобы вы ушли из этого места наполненными. Чтобы вы ушли
из этого места прощенными, омытыми, освященными Святым Духом. Он сегодня так близко к тебе. Он пришел, и Он тебя ждал сегодня. И сейчас просто откройся там, где ты есть. Ты можешь встать на колени. Ты можешь открыть свои уста. Или ты можешь, самое главное, это открой свое сердце. Это не так твои уста, как твое сердце. Это твой connection и Святым Духом. Господь, мы жаждем Тебя, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Аллилуйя, 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 Господь. Мы жаждем Тебя, Господь. Аллилуйя, 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 Иисус. Дух Святой, мы хотим познать Тебя глубже и больше. Мы хотим открыться для Тебя. Мы хотим не оскорблять, не ожесточать, не унижать, но наоборот восхвалять Тебя в нашей жизни, чтобы Ты был центром, чтобы Твой голос, он был уважаемый, и чтобы Твое присутствие, оно было приемлемо для нас, Господь. Мы любим Твое Слово, мы любим Тебя, мы отдаем наше тело Тебе, Господь. Давайте просто еще побудем, просто еще пару, закрой свои глаза там, где Ты сейчас есть. Просто прибудь с Господом сейчас. Пусть сейчас твой колодец, вода оттуда потечет. Божий мир, Божий поток. Сейчас Его. Пусть Его присутствие сейчас наполнит. Все, что переполняет твой разум, пусть сейчас уйдет. Слава Тебе,
если в вашем теле есть боль, или это в спине, или где-то в ногах, и если вы смотрите, не можете спать или пережевывать пищу, или это рак, или какая-либо эта проблема, сегодня мы в присутствии Иисуса. И в ранах Его есть исцеление. Я хочу сейчас, чтобы вы просто положили вашу руку. Я знаю, что мы уже молились за людей, которые больные за этим зданием. Но разная любая ли боль есть в вашем теле, просто положите сейчас вашу руку на часть вашего тела, где есть боль. Библия говорит, что ваше тело – это храм Святого Духа. Он заботится о вашем теле. Он хочет, чтобы оно было здоровым. Иисус, Он умер за ваши грехи, но Он тоже взял в своих ранах ваше исцеление. И сегодня Дух Святой, Он прямо, Он рядом, Он близко с вами, и Он хочет коснуться вашего тела. Положите сейчас руку вашу на ваше просто больное тело, и мы сейчас просто помолимся, чтобы Господь коснулся своим присутствием, чтобы сейчас сила Божья, которая есть в ранах Иисуса, чтобы она коснулась этой болезни во имя Иисуса Христа. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву вместе громко за мной. Скажи: Господь, мое тело – это храм Святого Духа. Скажи: мое тело – это не храм для болезни. И сейчас я принимаю Твое обетование, что мое исцеление есть в ранах Иисуса. И я приказываю всякой болезни и дьяволу, который может стоять за этой болезнью, я приказываю уйти прочь во имя Иисуса. Я принимаю Божью милость. Я принимаю Божью благодать во имя Иисуса. Дорогой Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас коснулся каждого тела. Дорогой Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты проявил сейчас свою милость. Я приказываю там, где есть артрит, чтобы он ушел сейчас именем Иисуса Христа. Там, где есть диабетис, чтобы они ушли сейчас во имя Иисуса. Я приказываю, там, где есть боль сейчас в коленях, чтобы это ушло сейчас во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сейчас проявил свою благодать и свою милость над каждым из нас, который смотрит сегодня к Тебе за милостью во имя Иисуса. Я приказываю всяким бесам или всякому дьяволу, который сегодня стоит за этими проблемами, повторными болезнями, за раком или который хочет уничтожить, сегодня во имя Иисуса пусть придет полное восстановление, пусть придет полное исцеление сегодня во имя Иисуса Христа. Мы посвящаем наше тело сегодня Господу, и мы говорим, что наше тело – это храм Святого Духа. Не храм для болезни, а храм для поклонения и храм для молитвы. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы сейчас помолимся еще за одну нужду, но перед этим вы можете отпустить ваши руки. Я хочу, чтобы те, которые сейчас молились, если у вас что-то было в теле, что вы не могли делать раньше без боли, может, это было спиной, может, это было с коленем. Я хочу, чтобы прямо сейчас, там, где вы стоите, просто в этой простоте и в этой атмосфере, чтобы вы просто попробовали сделать то, что вы не могли делать. Если это повернуться или это согнуться, если это может с ногой, просто попробуйте прямо сейчас это сделать. Прямо сейчас. Это просто шаг вашей веры. Это не какая-то церемония, это просто шаг вашей веры. Если вы это сделали, вы почувствовали просто легкость на вашем теле, вы почувствовали, что боли, которая раньше была там, ее нет, то просто поднимите руки, я просто хочу увидеть. Если кто-то это сделал, и вы это почувствовали. Вы тоже? Вы тоже? Что у вас было? У вас болело плечо? Как давно это было? Как давно это было? Да, из-за чего? Да. И что было больно, когда вы просто... Да? А что сейчас произошло? Оно как будто отпустило. Это плечо. Да. Давайте, церковь, прострите руку. Мы сейчас просто поблагодарим Господа. И чтобы эта боль никогда больше не возвращалась в это тело во имя Иисуса. Прострите ваши руки. Господь, мы благодарим Тебя, что в ранах Твоих есть исцеление. И мы сейчас провозглашаем, Господь, что это исцеление, Господь, чтобы это прикосновение, чтобы оно осталось, и Господь, чтобы эта боль никогда больше не возвращалась в это тело во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. А вы что-то говорили? Что у вас?
не болит больше, да? Аминь. Хорошо тогда, хорошо. Все, на. Прийти потом. Это давно или это после того, как ваш муж уже... Слава Господу, слава Господу, аминь. Давайте, давайте, давайте Господу все аплодисменты. Аллилуйя. Аминь. Вы просто не верите. А я верю. Вы такие сильные, я... Аминь, аминь. Что у вас было? Ага. Вы хотите, чтобы за вас помолились? Ага. А, ну давайте мы еще помолимся в конце. Давайте, если у вас, извините, у вас есть свидетельство? Ага. Мы... А, ну, мы поговорим чуть позже. Хорошо, давайте мы сейчас просто помолимся за близких и родных, которые не знают Господа. Если у вас есть телефон при себе, возьмите ваш телефон. Потому что номера всех этих людей, они в вашем телефоне. Я хочу, чтобы вы взяли ваш телефон, просто ваши руки, и мы сейчас просто помолимся за родных и близких, особенно за детей, может, папу, маму, родственников, которые не знают Господа, которые не ходят с Господом, может, те, которые потеряны сегодня в наркомании или где-то в алкоголизме. И мы сейчас, я хочу, чтобы вы что-то сделали символически. Мы это в нашей церкви делаем, мы делаем специальные списки тоже, но иногда, когда люди забывают списки, мы просто поднимаем телефоны, чтобы каждый контакт на нашем телефоне, чтобы Господь спас его. И пусть Света сейчас придет, и мы просто, поднимите ваш телефон сейчас просто вверх. Это будет просто символ сейчас, что Господь, мы поднимаем этих людей. Мы поднимаем сейчас эти номера, мы поднимаем этих имен. Если это сын, если это дочь, если это мама или папа, брат или сестра, внук или внучка. Давайте мы сейчас просто откроем каждого этого, принесем пред Господом. Просто поднимем сейчас молитву, скажем, Господь, пусть придет спасение, пусть придет избавление во имя Иисуса. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе, мы просим, чтобы Ты спас наших родных и близких. Мы возносим их к Тебе, дорогой Отец, и мы просим, чтобы Ты принес спасение в каждую жизнь, Господь, чтобы Ты принес избавление всем, кто не спасен, Иисус. Мы возносим к Тебе наших родителей, Господь, наших детей, наших внуков, наших друзей, Дух Святой. Мы молим, чтобы Ты коснулся каждого сердца сейчас, Господь, чтобы Ты привел их к покаянию, Дух Святой, чтобы Ты коснулся ихних сердец, Господь, чтобы Твоя слава проявилась в ихней жизни, Господи, чтобы мы увидели счастье, Господь, в наших жизнях, когда они будут спасены. Мы говорим, свет Божий в ихнюю жизнь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим, что Ты хочешь их спасти, и что Ты уже работаешь над этим, Дух Святой. Спасибо Тебе большое, дорогой Отец. Аминь. Аминь. Вы можете присесть. Спасибо вам за ваше внимание, спасибо за вашу жажду и за эту возможность, и даже пастору вашему, за эту возможность послужить Божьим Словом, и что вы были очень открыты. Люблю вас, Господь вас любит. Аминь.